тут говорят, что 11 бригады здесь больше не будет. Ну, типа, от всей бригады очень мало осталось, поэтому ее будут переводить куда-то там, в Крым. Расформировали. Город, говорят, значит, так и вот будет, потому что у нас меньше половины осталось. Вот, писали, куда-то в Крым прилетели ракеты «Хаммер». Вот, кстати, про Крым хотел спросить, что там прилетело? Все СМИ пишут, как будто бы что-то какое-то этот взорвался просто. А люди-то местные их опрашивают, и они говорят, что ракеты прилетели, прям видно было, что так разве что-то взорвется, якобы то, что это правда прилетело, вот «Хаммерсон». Ну, как взорвалось мне, или прилетело сюда? СМИ пишут то, что взорвалось. А-а-а. А местные жители говорят, что прилетело. Город называется Новофедоровка в Крыму, куда прилетело.